Вместе со стадионом «Гастелло» преображается весь микрорайон. Сегодня городские службы начали укладку выравнивающего слоя асфальта на улице Пионерской. Такая технология ремонта дорог уже применялась в микрорайоне Фанерной и в Карачарово. После так называемого чернового слоя дорожники финишным слоем уложат асфальтобетон. Кроме ремонта прилегающих к стадиону дороги, работы ведутся на футбольном поле. Оно, как пояснил муромский градоначальник, будет с подогревом. На данный момент подрядные организации завершили демонтаж изношенных конструкций трибун, разобрали деревянный забор. Также масштабные работы ведутся и в сквере «Крыло». Сам памятник будет перенесен на несколько десятков метров ближе к центральному входу. Под него уже залит фундамент. Всю территорию лесопарковой зоны также облагородят. Но кроме спортивной части, на этой территории есть также памятный знак, посвященный подвигу Николая Францевича Гастелло. Это крыло. Мы перенесем его в более подобающее место и проведем благоустройство прилегающей территории. Поэтому будет очень красиво и достойно того, чтобы это место напоминало об этом подвиге. И сюда могли приходить ребята из соседней школы. И просто там перед 9 мая это было место, за которое не стыдно.